это духовная скрепа. Попрать память о наших героях. Граф Педик Уваров, он придумал такую вот фразу. Православие, самодержавие, народ. Мы видим российского президента. Он несет фото своего отца, Владимира Спиридоновича. Оптимизирую канал, дорогие подписчики. И поэтому немножко все-таки выхожу реже в эфир. Хотя планирую в ближайшее время наладить уже расписание выхода видео. И планирую по средам и по воскресеньям стабильно выпускать 2 выпуска в неделю. Вы пишите свои комментарии, я буду рассматривать по, на основании вот этого мнения. То есть выберем оптимальное время выхода наших роликов и видео. 62 400 повторений составляют одну правду. Видео тоже как-то связано будет с оптимизацией. Оно будет посвящено государственной идеологии. Мы с тобой 2 года уже в этом говне колупаемся. Ты тут проснулся, что ли? Вот у нас вроде государственной идеологии по Конституции не положено быть. Но, однако, сейчас в связи с поправками в Конституцию нам хотят вот эту пресловутую национальную идею как-то навязать. Так что же у нас за идеи при царе-батюшке Николашке, первом еще котором? Был у нас такой граф Педик Уваров, министр просвещения, который был одним из убийц Пушкина. Он придумал такую вот фразу «православие, самодержавие, народность». Ну, для тех, кто не в теме, поясняю. То есть православие – это вера в сборник еврейских сказок, с помощью которого удается охмурять паству, ну и, соответственно, ею легче управлять. А самодержавие – это самодурство некого государя, который может любые законы переписывать на свой лад, а подданные обязаны ими руководствоваться. А народность – это вот держание этого самого народа охмуренного, держание в состоянии быдла. Ну, поскольку у нас самодержавие даже с учетом поправок в современную конституцию вроде пока не предполагается, то у нас совершенно другие фразы. Я вообще-то предпочитаю модернизм. Православие, так оно и сохраняется. Вместо самодержавия у нас появляется такой путинизм, такое широкое понятие. Вот о том путинизме, как он есть, мы серию видео даже посвятим. А что такое победобесие, то есть на смену народности, это вот отдельная тоже категория. Это обыдленность, вот эта народность, да, пресловутая, вот она должна подпитываться такой вот гордыней за какие-то вот мифические победы. Ну, потому что победы действительно мифические по той простой причине, что побежденные в той войне, которую вот там планировали 75-летие вот с помпой отмечать в этом году, но вот природа распорядилась иначе, и вот перенесли это. Так вот, побежденные в той войне живут давным-давно гораздо лучше, чем победители в этой войне. И вообще по победобесию тоже серию выпусков видео посвящу. И я буду голосовать за те поправки Конституции, которые не дадут и шансы исказить нашу историю, попрать память о наших героях. Начинается шествие бессмертного полка. Только что на наших экранах и в эти минуты мы видим российского президента. Он несет фото своего отца, Владимира Спиридоновича. Гляди на моих бойцов, целый свет помнит их лицо. Вот застыл батальон в строю, стало старых друзей знаю. Хоть и мне тут свети, трудный путь пришлось пройти. Подниматься как один, те, кто враг Берлин. Россия земли, где припалитель был свой герой. И глаза глаза с фотографии девятших глядят. Этот взгляд словно шесты. Глядят, что сейчас просты. И мочи, что нельзя. У этих 3 терминов есть общее семантическое ядро. Общим семантическим ядром является следующее. Путин, естественно, политика, общество, Россия, экономика, деньги, Кремль, власть,
новости, история, Трамп, последние новости, Владимир Путин, Соловьев и ТВ. Это все общее для них, реально. Ну, Путин это понятное дело, раз путинизм является связующим звеном, он как бы на замену самодержавию пришел. Иудеи, Господь наш един. Естественно, экономика и деньги, хотя, казалось бы, православие вроде бы не экономическая структура, однако деньги там вращаются нехилые, которые, к тому же, налогами никаким образом не облагаются. Казалось бы, странным является Дональд Трамп, оказывается, и православие, и победобесие, и путинизм, все вот как-то с политикой Америки как-то вот не согласны почему-то. Ну, естественно, как тут без Соловьева и без ТВ как обойтись? Так вот, я уже оптимизировал видео на канале, они объединены у нас в эти три блока, то есть православие, путинизм, победобесие. И вот на главную страницу канала зайдите, все эти слова начинаются на букву «П». Та самая скрепа духовная, которую следует выдернуть. Это духовная скрепа. Говоря, выдергивание вот этих скреп, наш канал и занимается. Кто еще не подписан, подпишитесь на канал. На этом я откланяюсь. Всего доброго, до новых встреч. Ставь лайк. Подписывайся на канал.